На Комсомольской, по-видимому, упало дерево. Коммунальные службы быстро отреагировали. Утро, 9 утра, они уже здесь, пытаются навести порядок. Провода тоже оборваны, да, смотрю? Провода оборвало, но я надеюсь, что сейчас быстро, мобильно все будет решено. Скажите, ветром, наверное, да, порушило? И провода, я так понял, обесточена часть улицы, да? В течение какого времени вы думаете, наведете порядок? Час-два? За час где-то управите. Да, спасибо большое. Дерево было не сухое. Но вот такое вот случилось. Ага, там немного подсушено.